Добрый день, уважаемые зрители, с вами Некрос, и вы давно просили меня сыграть за Мордекайзера. И вот, я играю за Мордекайзера в Лиге Легенд на топе. И сейчас, я буду помогать Сиджуане дамажить красненького. Давай. С помощью щита, я думаю, это лучше делать. Руны колдовство и храбрость. О, нормально, все, я пошел. Я думаю, она с ним справится. Мунда против меня, друзья. Очень-очень любопытно посмотреть. Так, Мунда. Щит очень классная штука. Так, Мунда, ты че такой злой? Я, как видите, взял немножечко. Так. Ну да, смотрите, я неплохо так жизнь восстанавливаю за счета из-за этого. Правда, Мунда тоже восстанавливается так неплохо. Но посмотрим. Может быть, Сиджуани нам поможет немножечко с Мунда справиться. Так, слушайте, ну у меня щит-то не слабенький такой, да? Вообще персонаж, хоть и маг, но такой здоровый персонаж, который, в общем-то, при правильном применении за себя постоять может. Заметьте, что у него и руки-то длинные, он так бьет на таком расстоянии, что кажется, вроде не дотянется, а нет, дотягивается как-то. Ну и хэктек Ганблейд это обязательная вещь для Мордекайзера, то есть он с помощью нее может просто невероятно... Так, иди сюда. Этим Игнайтом. Этот что-то не попал. Вроде нажимаю, а вот как-то не нажалось. Ну ладно. Так, смотрите, мы этого прогнали с линии. Это Мунда. Мунда с линии мы прогнали. Это замечательно. Это означает, что Мордекайзер у нас работает просто великолепно. Максить мы будем щит. Щит это очень крутая штука, которая позволяет нам выживать. Внезапно выживать. И еще и мы будем отхиливаться от наших этих. Опа! Опа, гангают. Слушайте, ну не, ну вы это видели? Что это за щит такой? Который меня спас только что. Удивительная вещь. Я чуть обоих не убил, по-моему. Она ушла хоть оттуда? Да, ушла. Ух ты, слушайте, так еще раз я вот так ударю, так и все, он умрет. Удивительная вещь. Удивительная вещь, скажу я вам. Осторожно. Так, нам первым айтемом надо хэкстыковый револьвер, по идее, собирать. Уж больно крутая штука. И смотреть, как бы нас Ирелия... Ну-ка. Не загангала. Отлично, шестой. Хорошо.
щит, кидаем на крипов. На карту посматриваем. Хоть иногда, да? Ну, конечно, больно. Тут еще Сиджуани немножечко так это... охраняет, да? Лес. Что тоже как бы хорошо. Так, не надо. О, пошел Мунды. Восстанавливаться. Мне кажется, это вот это зря он сейчас делает. Он без ульты будет. А, меня уже могут, в принципе, загангать. Щит. Самое главное — держать щит. Бам. Пошел. Это не просто так. Мы же понимаем. Надо бы пойти посмотреть, что там, кто у нас. А, кстати, вместо телепорта я взял Игнайт. И не просто так. Все-таки... Ну, видите, Мунда уже подходить к нам не хочет. Он же понимает, что как-то это... С Мордекайзером сложновато. Сражаться, да? Так, давайте я тогда на базу скажу. Возьму вот это. Воспламеняющийся камень. Да, кстати, можно вполне взять что-то такое толстое. Что-то такое толстое надо взять. Тогда мы будем и дамажить, и часто дамажить, и будем толстыми. Хотя, погодите, я же Gunblade хотел вроде, да? А, да, я Gunblade хотел, ну ладно. Эту вещь я могу что-нибудь другое переделать. А ее можно что-нибудь другое переделать вообще? Ну, можно, но... Ну, посмотрим. Противник убит. Мунда нигде нет. Ух ты! Она-то не умрет, интересно? Я решил попробовать не убегать этот раз, а сразиться с ними. А она-то погибла, смотрите, какая интересная штука. Да, неплохо. Так, но вот с этим-то я поторопился. Я вообще-то хотел... Gunblade. Поэтому... Вот так вот мы сделаем. Но как только у меня Gunblade появится, это будет жестко.
Я тогда буду очень живучим. Очень живучим буду. Я и так, в общем-то, ну, не такой, не стеклянный, скажем так, а буду вообще жесткий. Попал, что ли? Но Мунда меня боится, это прикольно. Вон, видите, что творит? Что творится? Что творится? Больше у него ульты не будет, если он на меня нападет-то. Ну, я еще и отхиливаюсь от ударов. Вот это здорово. Так, куда ты пошел? Не надо. Ну, страшный-страшный мордекайзер. И этот упал, вардок, да? Еще рано, я еще не могу купить его. Летит, летит, смотрите. Так, а меня почему? Потому что этим, да, попало. Понял, понял. Что, не пойдет он? Ну ладно, не хочешь, как хочешь. У меня полный щит. И я могу спокойненько идти за Ганблейдом. С этой вещью я смогу выживать. А топер, прости, что не гангую. Там мне, в принципе, нормально. Единственное, что жалко, это я вот Игнайт вначале не прожал. И Мунда живой остался. А так, по сути, это... был килл. Ну, что поделать. Сейчас... так. Я не понял. Он сейчас заплатит за эту наглость. Он понимает же, что я это... Я сейчас подойду, и... будет все очень плохо с ним. Мондо. Хеллоу. Стой, куда? Не успел хэктек нажать, он убежал, ну вот. Ну так я сейчас буду пушить же, правильно? Все, думал, попозже нажму. Пришел Мунда. Ах, вы опять тут, да? Ух ты! Вот это близко было. Вот это очень близко сейчас было.
А, они решили вот так прям, да? Они решили... использовать Геральда. Давайте посмотрим на закупы. Так, на миде у нас все замечательно. Надо Мунда убивать. О, правильно. Отлично. А топ надо как-то это доделывать. Топ надо как-то добивать. Неплохо, неплохо. Смотрите, как это. Новые крипы пришли. Здорово, Мунда. А ты что, прям так хочешь сразиться? Ух ты! Вот это да! Как он умер, я не понял, что он так это решил подойти внезапно. Взял, умер что-то. О, Катарина. Что-то она решила помочь, да? Ух ты! Ты смотри, да? Хорошо. Все-таки топ мы снесем сегодня, да? Все-таки топ мы сегодня снесем. Замечательно. Бам, бам, бам. Ух ты, прибежало-то сколько тут народу-то. Не снесем мы сегодня топ, я понял. Так, теперь я бы хотел, сделать что? Хрустальный скипетр релай. Замедление. Мана хп побольше, чтобы было. Почему на топе пятеро, а вы ничего не спушили? Вот хороший вопрос. Ты смотри, Мунда-то остался. Я не понял, что за наглость. Неужели он дальше пойдет? Не, нет. Ну что, за пуша я... Это какая уже попытка пуша? Так, Мунда нет. Пусть ребята знают. Бум! Вот это урон. Теперь они знают, что я здесь. Все,
Ура! От топа мы избавились. Теперь идем команде помогать. Так, я пришел. Все. У нас теперь еще и Мунда есть. Дух Мунда. Хотя, с другой стороны, надо было оставить ульту на дракона. Ну, так тоже ничего. Мунда, ты что ставишь? Давай, бей. Не-не, мы успеваем, все нормально. А, он автоматически. Где дракон-то вообще? Противник убит. Так, а сколько еще дракон-то пробудет? А, все, дракон. Дракон пропал. Вот так вот, да? Не успел я отойти. Печально. Так, у них... Давайте смотреть. Мундо... кто у них там из толстых? В принципе, если я куплю Леандри, да, то будет вообще неплохо, потому что... Потому что тогда я еще толще стану. У меня пробивание будет больше. И... вместе с Релай эта маска будет работать очень здорово. А пока мы тут умирали, вот что происходит. Топ Сиджуани и Ария добивают. Естественно, Алистар ничего не сделает. Он даже на 3 уровня младше, чем Сиджуани. Не знаю, выживет ли Сиджуани. Ульт какой-то странный был, но вот пока вроде выживает. Даже Изриэль что-то помогает. Я подойду, но уже все. Сиджуани, к сожалению, падает. Под защитой Банши тут Ария, смотрю, носится. И я такой подхожу. Подхожу. Понемножку. И готов уже к сражению. Больно. А, ну потому что... Запустил ульту Мунда. Мы не будем, да? Но подождем, когда у него ульта закончится. А зачем нам надо это? Опа. Ой. Ой. Вот это да. Привет, а куда ты идешь?
Неплохо вообще. Не, ну я же не танк. Танк у нас и Джоаня. Физический. Да, физический урон-то я не буду так особо выдерживать. Так, ребята, у нас танки падают. Ну а какое лечение, если я Ignite нажал? Хорошо. Только меня башня бьет, но это не страшно. Она скоро исчезнет. Ну что ж, друзья, отличная игра. Посмотрим статистику. Посмотрим статистику. Так. А, кого же похвалить? Кого же похвалить? Это сундук? Значит, мне дали S с минусом ранг. Слушайте, всем дали S с минусом, только кому-то... Кто-то S не получил. В смысле, Жанна не получила? Почему? Нельзя с таким настроем. А чё там? Я просто не помню, что там в чат. В чате она писала или не писала ничего она. Во, неплохо вполне. Но из реали это хорошо. Из реали больше всех надамажил, потому что АДК он и должен больше всех дамажить. И значит, правильно работал АДК. У нас у них что-то с дамагом вообще печально. Ну и все, на этом все, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписки и помните, что видео на моем канале выходят каждый день. Всем пока!